Сегодня тысячи людей вышли на марш протеста к Белому дому в ответ на результат вчерашнего исторического голосования Конгресса. Мистер Уорд? Да. Хотите заработать 50 миллионов долларов? On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces." Сама подумай, все, что мы сделали, все, кого мы спасли, к чему это нас привело? Но что если хотя бы раз мы сделаем что-то для себя? Готовы поиграть? В хранилище под землей лежит 200 миллионов долларов. У вас будет 32 часа, чтобы их достать. Найдите сейф. Это будет проще простого. Еще не поздно передумать. Твою мать! Они не те, что раньше. Они умнее, быстрее, организованнее. О, Шайза. Это что? Зомби-тигр? Это уже за гранью.